Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР провело семинар по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи. Встреча прошла в Горловке. На нее пригласили представители Инакиева и Дебальцева. В мероприятии приняли участие работники отделов и управлений городов и районов ДНР, которые занимаются реализацией молодежной политики на территории республики. На сегодняшний день это достаточно такой многогранный вопрос, который нам и как представителям исполнительной власти, и представителям законодательной власти, и учебным учреждениям нужно как бы брать в свои руки и выстраивать уже то, что будет и востребовано, и необходимо сегодня. Потому что на сегодняшний день понятие патриотизм достаточно, опять же, само по себе многогранное, нужно донести нашим детям и нашей молодежи, чтобы они понимали, что это применительно к тому городу, к той республике, в которой, в общем-то, мы все живем. Участники семинара получили возможность почерпнуть новую информацию и обсудить проблемные вопросы.